24 марта 2018 год. Харьков. Харьковская Швейцария. Вон у нас поселок Жуковского для ориентира, кто не в курсе. Совсем недалеко. Основная трасса заканчивается. Ну, понятно, вон там в районе Берёза. Вот ветерочек у нас поднялся, надо же. Так, это у нас для санок трасса. И вон там некрасивая березка. Смотри, какая береза вообще, радугой стоит. Ну, радугой стоит береза. Это, видать, вот это 19 апреля прошлого года снегопад был. Ладно, вон бугеля еще есть. Там горнолыжная школа, а там, по-моему, комната спортивная. Спортивный клуб, что-то такое.